Итак, Аншу Абдуль, братья, пришло время взяться за Анчардж. А почему за него сразу не взялись? Потому что там надо было тяжелую воду очень сильно почистить. Видите, сколько тут это все сунеблядей наплюсовало. Но теперь я могу давать указания этим же сунеблядям, чтобы они шли и жали ебаные свои кнопки нахуй. Сколько эта игра действительно заслуживает. И как бы установка сейчас будет даваться, да? Вот на все эти игры, вот это вообще параша, блядь, на PSP, блядь, за бешеные доллары купил говно это PSP, вот эту парашную игру, даже вот Sony, блядь, тут охуевает, даже без установки. Но сейчас начнется белая магия, добро творится там, как бы всем все платится, вот. Так, ну, в общем, настроена астральная связь с каналами, там, Sony, блядь, там... И теперь как бы и установка дана, и сейчас уже должен пойти прогресс. Блять, тормозили, я сейчас записываю на MacBook Retina, просто такой эксперимент. Что вы как бы видели, да, что у меня никаких тут ничего, вообще даже аккаунтов нету, не то что какие-то там программы, там что-то. Я же даже вот никому не говорил, да, там типа, вот идите там голосуйте, просто чисто вот нормальная, блять, паранормальная, блять, способность добра, блять. Блять, белое колдовство, нахуй, вот. Не знаю, что там уже пошла информация. 801 было. Так, 814, видали, уже 804. Я вот только вот дал установку, она пошла уже, да, то есть это вот, это у меня уже второй уровень идет, да, вот первый уровень, это вот чуть-чуть, это вот как бы налаживалось бы, да, вот связь вот колдовства такая, вот это вот, да, вот как бы развитие такое идет, вот как только я вот серьезно взялся, вот, да, вот этим вот делом. Сначала вот первый уровень, чуть-чуть, да, вот такое. Самое примитивное, да, там, как порча. Сейчас уже более продвинуто, вот даю команду, установку там просто, вот, да, вот, как чисто ученый, да, вот. Я все для науки делаю, как бы это все чисто научно, да, там, блядь, это гробового любого спросите, там, блядь, он вам скажет, что это, блядь, это, как нюху делать такую хуйню, там, да, там, блядь, я там потопы устраивал, да, там, сука, там реактор взрывал, а тут какую хуйню какой-то, блядь, это, да, занизить, там, да, там, по астральным каналам, да, там, я, блядь, Нибиру отвел, нахуй, планету, нахуй, сука, спас все, нахуй, блядь, от Земли. Сука, блять, от реплоидов, нахуй. А тут, блядь, какая-то хуйня, вот, идет, причем это идет чисто вот конкретно на все сразу игры. То есть, понимаете, это уже более продвинутый уровень, да, и даже чуть-чуть не надо сидеть, да. Ну, конечно, чуть-чуть, блядь, когда делаешь, там получше чуть будет, вот, видите, уже все это. Вот, все, пошло, добро, все пошло. Так что вы тоже там можете помочь, да, рецензии там написать. Но главное вот это вот основное, чтобы команда, да, там и все потом пойдет, да. Вот все, видите, в реальном времени делается, сука, блядь. 24 уже, видите. В общем, вот. Блядь. Так. В общем, Аншу Абдуль, Бибора. Аншу Абдуль. Так, блядь. Так, ну вот, прошло 5 минут, так. Ну, сколько там набежало, посмотрим. Блядь. В общем... То есть, да, так, на чем, собственно, а третий уровень, это когда вообще ничего делать не надо, уже там параллельно, уже там, блядь, полушарие мозга на колдовство работает, и все сам, блядь, ну смотрите, сука, блядь, как я охуенно, блядь, продвинулся, это вообще уже 7,9, блядь, это, сука, я, блядь, 5 минут только прошло, это, блядь, ну-ка давай она на этих, тут, ой, ну-ка, посмотрим, так, Аншу Абдуль, так, 86, да, уже 70 тоже понижается, то хорошо, так, Uncharted, вот самая параша, блядь, Golden Abyss, нахуй, блядь, это вообще пиздец просто так, 5,8, смотрите, а дебилов-то сколько это, PSP купил, аж, блядь, 200 человек там, это хорошо, что я тут еще это помог, так, ну я сейчас расскажу подробнее про эти игры, пока идет установка. На глазах все уменьшается. Это вообще пиздец, я охуенный колдун, блять, а? Это вообще пиздец, да? Потому что как бы когда там над редакторами, на реакторами работаешь, да, там установки ставишь, там на землетрясение, там и прочее, там как бы не сразу этот процесс виден, да, там, потому что там власти умалчивают, да, там вот, допустим, там. Ну, там вот там 10 миллионов где-то там скукожилось, да, они говорят, вот там полтора, да, там карлика там погибло.
И как бы вообще, как бы и люди-то не видят правду, да, там, и даже сам свои результаты не можешь как бы документально зафиксировать. А тут все в реальном времени документация, вот первое научное свидетельство реальной паранормальной способности, точнее нормальных научных, это они там называют, блядь, сука. Я тут чисто научными способами по теории Гробового, продвинутая теория, на самом деле это он у меня ее спиздил, эту теорию. Но это не, уже не важно, да. Ну, за то, что он спиздил, я его в тюрьму там навел на него порчу, посадил там, и он там, так сказать, на параше сидит. И даже он хотел там освободиться, там бабки все отдал, а я все равно опять навел, и он там долго будет сидеть. Не пишу, воровать это очень плохо, точно так же, как же эти поганые игры делать. Так, давайте еще вот прям в реальном времени так. Вот, из 867, так. 880 тоже, видите, 7,9. Так вот, расскажу про эту игру. В Uncharted 3 я вообще не играл, потому что, блядь, она, сука, на чипованный PlayStation, сука, прошит, вообще меня не запускается. Я ее запускал где-то месяца 3, блядь, сука, по 2 часа в день ебался там, пытался. Там вот это кольцо вращается, нахуй, блядь. Вращается, сука. И, блядь, в общем, пиздец, и нихуя так, в общем, по 10 часов ждал, блядь, это просто заебался, блядь, да? Ну, по слухам говорят, это видео на Ютабе, блядь, там, вот, и, ну, говорят, да, точнее, не на Ютабе, я прям диск взял, да, и посмотрел, вот, да, вот, по этим дорожкам, нанодорожкам, там, считал информацию, мне даже не надо в игры играть, мне достаточно диск посмотреть, его структуру, там, разглядеть, и все, там, в мозгу, там, оцифровать, там, и все, и понять уже игру, да, потому что даже по одной вот фотодиска вот этого, по нано-поверхности, вот. В общем, говорят, это еще хуже, чем Uncharted 2, потому что, блядь, я даже не знаю, с чего начинать, это такая параша, вот, видите, все на глазах уменьшается. Все всем платится, да? Так, ну пиздец, видите, все идет. Блядь, не знаю, с чего начать, ну, блядь, первый Uncharted какой-то поиграл, это Uncharted 2, причем я, блядь, по-моему, даже лицензию купил, хотя я не помню, нахуй. Блять, ну, это, собственно, похуй, да? Ну, я его проходил, в общем, я делал кучу обзоров на это, я просто охуел, какое говно. Я, блядь, тоже купил вот эту накупленную парашу, да, там, сука, там, блять, это, сука, я просто проблевался, сука, там графика, все замылено, говно, блять, это пиздец, физики вообще нету, блять, анимация дерьмо, дизайн вообще, блять, какой-то ебанутый кретин делал, вообще все ебалы какие-то, сука, на одну рожу, блять, как из Симсов, блять, заставки все пререндены, причем косят, как будто они на движке, да, блять, в общем, блять, а стрельба такая отвратная, блять, это пиздец, сука, там, блять, солдаты на одну рожу, блять, весь концепт-арт, дерьмо, блять, сука, блять, тупая, блять, ну, как Tomb Raider, да, только про пидора. Вот весь смысл этой игры, как Tomb Raider, только про пидора, блять, и только, блять, для Sony, блять. Блять, как ты такой хуйни можно, вот, блять, додуматься было, чтобы сделать такую хуйню, блять, просто спиздить Tomb Raider, блять, и заменить на Питера, блять, видите, как он все мешается, так вот, Golden Abyss, это вообще, блять, а Golden Abyss, это вообще, купил-то PS Vita, а там, говорю, вообще нет, что покупать, блять, я хуя, я купил самую дорогую версию от страны этой, и с ней не шло карту памяти, я купил эту говно Uncharted, блять, и вставил, она пишет, нужна еще карта памяти, хотя сама игра тоже идет на карты памяти. Я вообще охуел, еще, блядь, бешеные доллары пришлось там, сука, отжимать нахуй. Блять, сука, блять, вот так она эти 5.1 уже, вот вам гадом. Так, знаете, блядь, когда запустил, пошел эту карту странную купил за бешеные доллары, блядь, сука, 8 гигабайт, блядь, такая хуйня, блядь, там все копипастенные уровни сделали вообще, сука. За неделю заебашили на движке на том же, блять, там, текстуру оттуда взяли, все это нахуй захуячили, блять, сука, ну, блять, просто тупо коридоры ебашишь, блять, одни и те же, нахуй, джунгли коридорные, блять, это, сука, такое говно, враги, блять, тупость ебаная, блять, там, заставки, нахуй, как, блять, в Quake 2, нахуй, такие же, блять, сука, на движке, блять, сука, так, блять, вот Uncharted, а, блять, это, в общем, все, а вот, а после второго Uncharted я решил посмотреть, блять, что же за, блять, видите, как уменьшается, охуенно, видите, работает, блять, сука, порча, даже не надо чуть-чуть делать, охуенное развитие, а следующий уровень там вообще просто там,
Вообще, там, даю установку, все игры на PlayStation 3, прям 0 и 2 у них оценка становится, да, вот это, блядь. Просто я, как бы, сейчас мог бы даже уже это сделать, но я не делаю, потому что, как бы, уже, блядь, на что же тогда будет обзоры делать? В смысле, чтобы в реальном времени научные доказательства, да, показывать вот этого добра. Вот. Так, вот, блядь. Я, блядь, скачал этот, блядь, на эту, сука, чипованную PlayStation, этот, блядь, Uncharted Drag Fortune. Блять, я помню, что на форумах писали все охуевые, писали, что это круче Sony, блять, они круче, чем Crysis с графикой, всерьез сравнивали с Crysis, вот это говно, блять, и вообще охуел какая, она еще хуже, чем Uncharted, там, блять, такой сраный графон, сука, блять, хуже, блять, чем на PlayStation 2, блять, там, сука, блять, нихуя не видно, тени все, вообще эти, блять, они пререндерные, нарисованные, спрайтовая эмуляция идет, тени, типа, как будто фонарик он светишь, да, там, блядь, тень, блядь, сука, физика вообще там бы я обзор делал, там, блядь, кувшины ползают нахуй, блядь, ты его разбиваешь, а он еще ползает нахуй, вот эти вот, сука, осколки, они еще ползают, сука, как живые, блядь, ебало еще хуже, блядь, сука, блядь, опять, ебаные эти джунгли, сука. Сука, я там до подводной лодки, блять, сука, блять, дошел, я просто проблевался, 2 часа провел, больше не смог, просто проблевался, одни и те же эти текстуры этих, блять, папоротников, блять, сука, блять, спрайт эти, блять, и такого говна, и они, блять, это говно еще, блять, сравни, ну, полная бездарность идей, сука, все попизжено, сука, из Tomb Raider, нахуй, блять, из чего только можно, сука, блять, чем тупо, блять. Сука, просто, блядь, Tomb Raider заменили на пидора, блядь, сука, и сделали такое говно еще хуже Tomb Raider, блядь, это, сука, блядь, и сука, и сука, блядь, еще и вот это дрочит на этот, вот, блядь, это пиздец, сколько там набежало там, вот, блядь, ну это вообще пиздец, ну это, блядь, вот, и 7,5 тысяч уже тысячи, знаете, видите, как делают, блядь, вообще, видите, сука, да, блять, вот типа вот, блядь, то есть, блядь, это вообще, сука, я как говорю, оно вот такое вот и есть, блядь, это, сука, вот доказательство. Бу, 400! Уже красное, блядь, сука. Блять, он черт, блядь, как можно это говно, блядь, игрой года называть или еще? Это просто пора, блядь, тупой нахуй. Блять, язык хуй знает что, блять. Принц Персии ебаный, блять, с Tomb Raider, с попизженной, сука, с Gears of War. Причем все такое ебашно, блять, попизжено, сука. Блять, монитор завлепал, блять. Сука, блять. Так, блять, сука, блять, это вообще, сука, блять, там. Причем, блять. Сука, блядь, это, сука, блядь, я единственный, кто правду нахуй говорит, сука, блядь, все продажные, все за доллары, нахуй, блядь, это, сука, только пока обзор не сделаешь, блядь, и установка не идет, нахуй, блядь, это, да, блядь, сука, блядь, а там не во что играть просто, слышишь, там просто ничего нет, там вся платформа миллиард раз хуже выглядит, чем, сука, на Xbox, даже на компе. Блять, там, блять, вот только Uncharged, блять, Heavy Rain, сука, и блять, вот это вот параша, Heavy Rain, он и так это посмотрел уже, там и минусовать-то нечего, он и так там почти красный, там, сука, даже без моей установки, нахуй, блять, а люди, это вот, блять, это вот вообще, это вот просто быдло, оно вообще нихуя не понимает, особенно в этой стране, блять, это вот, блять, вот даже вот посмотреть, вот, сука, вот, блять, вот в совке, блять, да, вот, я говорю, что быдло, и там, и другие, да, согласны все, да, что быдло, что вообще нихуя не понимает, а оно так же и осталось, сука, люди, они те же, причем они, блять, и во всех странах, собственно, вот, блять, это вот как вот педофил Макаров, да, там, сука, там, вот свою дочь там выебал, да, блять, и, сука, там все доказательства были, все, ну, все, блять, а, блять, подняли такую хуйню на каждом канале, блядь, пиздили там, блядь, во всех новостях, что он невиновен, и это, блядь, и все там в деятельность тоже вышли, блядь, и орали там, о, блядь, невиновный, надо освобождать, доказывали, что там полиграф, это хуйня, там, типа, это, блядь, это там специально его там подставили, там, типа, сука, там, блядь, его пытали, пока там, сука, на полиграфе он там говорил, как он ебал, там, вообще, блядь, сука, блядь, и такую хуйню развели, блядь, а там, и даже, блядь, никто дело, блядь, не удосужился почитать, сука, блядь, это, да, блядь, там доказательства, блядь, выше крыши, нахуй, там, блядь, ну, блядь, это только люди такие идиоты, блядь, это, сука, ну и так же со всей этой хуйней, блядь, сука,
Блядь, я вообще в ахуе, блядь, я теперь, блядь, установки буду эти везде давать постоянно, потому что, блядь, сука, вот, блядь, вот сейчас я дам установки, вот эти вот отработанные люди тут проставят, да, и уже вот те же санебряди, которые, да, вот писали, дрочили на этот анчарч, они уже начнут сами писать, какая параша, блядь, сука, блядь, какой ему дага был там, вот, блядь, сука, ну все вот это где, блядь, знаете, защиту, блядь, блогеры там какой-то митинг устраивали, значит, на педофила, блядь, сука, это пиздец, блядь, там, блядь, он, блядь, представляешь, он, сука, это, блядь, он, блядь, пошел, блядь, это, он, сука, ему, блядь, запретил там прокурор, да, проверку на полиграфе, так он сам, да, собрал 100 тысяч, нашел самого этого продажного, там, этого полиграфиста, ему заплатил эти деньги незаконно, да, сука, он ему это записал, на нахуй его, сука, и охуел, что он реально педофил, и сам же пошел в прокуратуру, сдал на нахуй, сука, это просто, они еще пытаются это оспаривать, нахуй, что там с него деньги, это такой пиздец, блядь, сука, это же человек, которому заплатили деньги, нахуй, специально его искали, блядь, да, блядь, и потом, блядь, сука, и он же переметнулся, нахуй, к ментам, нахуй, его сдал, сука, они, блядь, пиздили, что, блядь, это, сука, блядь, тоже подстава, нахуй, блядь, причем какой-то чиновник из Минстранса, причем не просто так, да, сука, все, блядь, это, сука, блядь, и пиздили, вот, блядь, простого человека, сука, менты там, типа, для раскрываемости педофилов там засадили, сука, а, блядь, о раскрываемости педофилов вообще статистика не идет, нахуй, там проще по любой статье, да было другой, за... Ну, блядь, так, ух, блядь, это, сука, блядь, ну, сука, идиоты, блядь, это, блядь, ну, сука, ну, так же вот с этой хренью, ну, что там, сколько нам набежало там, блядь, сука, блядь, вот только вот установки, только вот гипноз массовый, блядь, поможет, видите, помогает, вот только вот, блядь, и теперь к магии, я раньше пытался делать это свое дело без магии, все сепаратным образом, там, просто как-то, сука, думал, до людей дойдет, ну, ни до кого нихуя не доходит, ни до кого, приходится делать гипноз, установки, к магическим способностям, вот, прибегать, да, чтобы, как бы, прозрели, видите, уже 4-3, блядь, все, нам, Грег Фортум, блядь, ну, ладно, да, я пойду, там, отойду, сука, еще помедитирую, там, сука, там, да, блядь, сука, а, блядь, ну, блядь, так вот. Так, ну сколько тут набежало, сейчас посмотрим. В общем, блядь, PlayStation 3 это такая параша, блядь, сука, даже не знаю, что хуже, PS Vita, блядь, или PlayStation 3. 6.8! А, это первый еще Uncharted, видите, 6.8, даже вот, смотрите, User Review, даже так вот лучше переключиться, так попроще будет, вот, видите. Ну, идет нормально, видите уже. Все, то есть PSP это такая параша, кому он нахуй нужно, если iPhone, блядь, мощнее, блядь, или iPad, блядь, этой, параша со сраным экраном, сука, блядь, зернистым каким-то, блядь, там мультитача даже нет, сука, они вот, блядь, вот зачем они добавили заднюю панель, да, вот эту, блядь, тачпад, а потому что это бесплатно, да, то есть, чтобы, если, блядь, 3.5, потому что если, да, вот делать, как мультитач, да, там нет мультитача, сука, потому что как, блядь, не 3DS, DS, да, потому что за это бабки надо платить, за патенты, да, там, Apple или кому-то там еще, не важно, а захуячить на заднюю панель тачпад, это вообще ничего не надо платить, это, блядь, ну это, блядь, даже запатентовать нельзя, потому что это очевидные вещи, сука, потому что все равно, что, блядь, это, блядь, ластик на карандаше, да. Ой, блядь, ты тоже, блядь, дебил такой один придумал, сука. Но потом отменили этот патент еще 100 лет назад, да? Вот, а наши, блядь, сука, жуё, да, варьё, вот этот Пилкин и блядь, Мирошенко, да? Решили еще, блядь, в Роспатенте протолкнули, да, сука, эту заявку, да? И хотели их засудить, это пиздец, я там бесился каждый день. За этим судом наблюдал, я им, блядь, домой звонил каждый день. Сука, и писал им, блядь, сука, какие они идиоты. Блядь, вы знаете, что такое Роспатент? Это сборище просто каких-то бабок ебанутых совершенно, которым еще похуй, и приносят что угодно, да? Они там, блядь, по учебнику смотрят, просто правильно заполнено или нет, заявка там. И, блядь, какой это, как там вообще никакой проверки, не то, что там вообще проверки на, блядь, работоспособность, вообще нигде ни в каких патент нет. Должна быть еще, по идее, проверка на то, что есть или нет. А в Роспатенте нет такой вообще проверки. Если такой нет, просто бабка, как бы,
она как бы знает, и весь, блядь, если слышала, там, да что такое есть, она может там пиздануть, что, мол, такое есть, там еще придумайте, да? А да что может бабка знать, сумасшедшая, да, ничего не может знать. И вот это все патенты, да, на колесо, на все, нахуй, проходят, блядь, сука, блядь, у Джоны, блядь, там вот там 5 патентов, сука, это пиздец, блядь, сука, в жопу аппараты вставляют, там, блядь, сынишка уже откинулся, да? Так она хочет всем, людям, блядь, в стране наставить эти аппараты тоже. То есть, 7,2. То есть, это такой, блядь, и они хотели судить Sony, нахуй, да, еще сайт создали, там, вот мы, блядь, в суд, и все, как идиоты, блядь, еще в новостях, зачем, сука, в новостях писать о таких идиотах, блядь, и они еще такие, блядь, на интернете, вот, блядь, у нас тут устройство, блядь, такой пиздец, вообще охуевал просто, какие идиоты, блядь. Сука, и думаешь, что пройдут, а потом, блядь, главное, никто не написал, почему, да, как бы это все прекратилось, а как бы в этом, блядь, на этом хованском суде написано, там, истец оказался атеистом, ну, блядь, сука, блядь, ну, они просто отпиздили его битыми, нахуй, сука, в переходе, вот отказался, нахуй, так, блядь. Блять, и ничего не написали там, блять, сука, а все вам написали, спиздили нахуй, Sony, блядь, там у наших, блядь, гениев, вообще пиздец, просто, блядь, а у этих еще, блядь, троллей, нахуй, у них еще, блядь, патенты, сука, на производство, нахуй, бензина из песка и прочего, там, это пиздец, просто, сука, блядь. Блять, сука, никакого закона, только, блядь, я один закон тут, поэтому я и говорю, сука, блядь, потому что я закон, мне, собственно, не похуй на закон. Вот, блядь, это вот она, магия работает, сука, блядь, установка, вот. В общем, блядь, ну БСП такая параша, блядь, это, сука, ну, блядь, кому она нахуй нужна, блядь, игры по 60 баксов, сука. Блять, как объебывают в App Store, нахуй. Как в App Store, это пиздец. Если ты ввел русский, зарегил App Store, то пиздец, у тебя игры, нахуй, по 100 баксов там, блядь, сука. А если ты аккаунт создал, блядь, сука, американский или европейский, то игры по 15-20 баксов. Ну это же пиздец просто, блядь. Это, блядь, сука, это, блядь, они еще Sony пиздили, мол, там, типа, таможенные сборы, да, там, типа, в чью игры там, сука, там, в этой стране стоят, блядь, там, сука, по 4000, блядь, типа, вот, там это, типа, насобирают, сука, а по интернету, блядь, это вообще даже ничего не производит, сука, игры, сука, в 4 раза дороже, чем они, это как так объебывать можно, это пиздец, сука, блядь, это, и вообще, сука, это, блядь, такой объеб на доллары, сука, именно вот, блядь, именно вот и в России, да, чтобы там за все, блядь, это, сука, за Курильские острова, нахуй, это все, блядь, там, чтобы, сука, отряды 671 эти делать, блядь, там, блядь, вот видите, 8, вот, а у нас вот свой отряд 671, блядь, или 703, блядь, 631, вот, блядь, в общем, вот вам, блядь, наш отряд 631, блядь, вот он в действии, нахуй, да, потому что, блядь, сука, блядь, ну сколько тут, а тут сколько, блядь, год нам бы такая параша, блядь, это, сука, единственное, что графика в PS Vita, она реально лучше, чем в PlayStation 3, какая-то параша. Блять, ну как такое говно, как PlayStation 3 можно выпустить? Это же, блять, дайте там, блять, сука, они пиздили, что когда PlayStation 3 там узнали жесткий диск, они пиздили, что, блять, вот, блять, жесткий диск будет, нахуй, только для использоваться в фильмах и музыке, нахуй. Мы не собираемся патчить наши игры, как Microsoft. А вышло это пиздец, там, Blu-ray привод пиздили, он в 100 раз будет быстрее, нахуй. CD-ROM оказался, блядь, 10 раз медленнее. Сука, они вставили эти жесткие диски, все игры, нахуй, все инсталляцию требуют. Все, сука, Metal Gear, знаете, кто не играл, блядь, сука, прошел уровень, блядь, полчаса, и, блядь, полчаса ждешь, сука, пока он, блядь, загрузится на жесткий диск. При этом предыдущий, сука, уровень стирается, и ты, сука, хочешь заново начать игру, или другой сейф, где заново надо устанавливать, сука, смотреть, как он курит. И вот этой сигареты тоже вот, сука, тоже всех, чтобы травить табаком, водка это нахуй, да и курит нахуй, понимаете? Курит, сука, там, блядь, Абдулов, прям нахуй, сука, блядь, все эти полчаса, нахуй, это прям призывают детей, нахуй, да, сука, блядь, да, чтобы они брали и курили, да, пока это, сука, загрузка идет. Представляете, блядь, это все нахуй, блядь, это, блядь, круче, чем на погони, нахуй, блядь. Сука, объёб нахуй, сука, блядь, народонаселение, блядь, вот, блядь, вот, сука, Дрейк Фортон, нахуй, блядь, сука, это первая часть, сука, блядь, самая параша,
Блять, а геймпад, сука, это пиздили, выпустили, сука. Сначала бумеранг вообще хотели сделать. Вообще, блядь, ебанутый, сука, как такую хуйню можно. И все вообще охуели, блядь, все вообще охуели, что это за хуйня, блядь. Сука, блядь, все писали, они в итоге взяли, сука, за месяц, блядь, просто, блядь, переработали старый контроллер, сука, въебашили туда это самое, сука, эти курки спиздили у Microsoft, да, а так спиздили, что на них вообще нажимать нельзя, ни одного шутера, сука, нету, где бы на эти курки можно было стрелять, ими, потому что это невозможно на них нажимать, только гранату максимум там бросать делают, просто пиздец, блядь. Сука, и главное, убрали моторчики, сука, моторчики, да, и добавили сраный тоже спизженный Microsoft, где вот этот, блядь, этот гироскоп, блядь, не гироскоп, а акселерометр, потому что для гироскоп целый бакс стоит, да, блядь, ощущаешь, что такой бакс нахуй, это ж пиздец для них, сука, они удавятся за бакс там. Сука, они акселерометр, блядь, двухрублевые тогда сосунули, блядь, сука, и пиздили, вот, блядь, это круто, и все, и пытались заставлять еще всех разработчиков использовать это говно, блядь, это, блядь, такая параша, все блевались, вообще, сука, а сейчас уже нигде не используют это, блядь, и пиздили обратную отдачу, они убрали, да, чтобы вот эту хуйню добавить, это ж несовместимость, блядь, и только несовместимость, сука, блядь, и такую хуйню, блядь, вдалбывали, блядь, это пиздец просто, блядь, на самом деле, чтобы за патент, блядь, не платить, они проиграли, сука, дело, блядь, против моторчиков этих, да, и чтобы за патент не платить, сука, они въебашили это, а потом, блядь, действие патента закончилось, сука, он там 15 лет максимум, да, сука, и они въебашили обратно их, нахуй, сука, блядь, и сказали, знаете, что сказали? А нам просто было жалко пользователей, сука, да? Жалко их было, да? Что геймпад очень дорогим будет. А нам жалко их было деньги, нахуй, да? Вот, а теперь вот покупайте заново, да, там, сука, да? И, причем за ту же стоимость, да? Стоит столько-то там, да, блядь? Как и тот, да, блядь, сука? Ну, покупай заново, блядь, потому что нам же жалко было деньги. Раньше тебе это же продать за ту... Сука, блядь. Блядь, сука. Такие, блядь, сука, графика, это вообще какие там первые игры выходили, это пиздец, блядь, это, сука, вот эти Sony, блядь, когда Xbox вышел, они пиздели, что графика недостаточно хорошая, нахуй, PlayStation 3, нахуй, выйдет там, блядь, вообще, блядь, сука, закачаешься, блядь, сука, ну вышло оно, нахуй, и там же, блядь, те же самые игры, которые были на старте Xbox, блядь, вот их же порты, типа, улучшенные, блядь, полтора года улучшали, и они же, блядь, идут еще в 10 раз хуже, чем, блядь, на Xbox полтора года назад. Вообще там, блядь, все обрезанные, обосранные, с инсталляциями своими, самые, блядь, в SD разрешении, блядь, сука, без эффектов. Все там повырубали, блядь, венки подрисовали, блядь, в этом самом, блядь, в боксе, да? Пиздец, чтобы там не пиздили, что, типа, то же самое, только хуже, да? Они венки подрисовали такие, суки. Вот, смотрите, вот, получается, 3 венки, нахуй, блядь, пиздец на бойцах, блядь. Когда в реальности эти венки не видно, блядь, они подрисовали, чтобы просто, блядь, там, типа, вот смотрите, там PlayStation, тут венки прорисованы. Блядь, а все освещение, все, блядь, вообще зрители там убрали, блядь, такой пиздец, там, 2 кадра в секунду. Блядь, это как можно эту хуйню, как можно вообще просрать столько? У них было там, нахуй, 500 миллиардов пользователей, да? Сука, по идее уже PlayStation 1.3 миллиард должно было, блядь, PlayStation 3 миллиард человек уже должен был вступить. Они все просрать, вот, полимеры, блядь, остались вот самые ебанутые, самые бляди, которые вот, блядь, сука, до моей установки, блядь, плюсовали вот эти анчарты, нахуй. Вышь, блядь, это... И, блядь, это, блядь, а как у них все попиздили пароли, кредитки, нахуй, они еще бы об этом даже никому не сообщили, блядь, это, сука, сами все доллары оттуда попиздили, а потом только сказали, вот, может, там спиздено, там, ну, ничего, блядь, сука, вот, 7,9, вот, видите, сука, блядь, в общем, сука, блядь, как вот это говно PlayStation, сука, можно играть, блядь, вот какие оценки у них игр, реально, вот, блядь, сука, какие там эксклюзивы, блядь, говнище, блядь, это, сука, этот God of War, блядь, это то же самое, блядь, что на PlayStation 2, только в HD, блядь. Ух, 4, нахуй, вот какие, блядь, эксклюзивы, вот, смотрите, блядь, вот это истинная оценка, нахуй, блядь. Я, блядь, как бы снял с них установку, блядь, от Sony Bladi, чтобы, блядь, Sony Bladi там плюсовали, да, там, типа, как бы, ну, понимаете, там, я, блядь, как бы, блядь, снял этот, блядь, это, да. Даже не то, что навел, да, там, заставил, я как бы им, блядь, прозрел их, нахуй, небольшое время, блядь, в общем, блядь, и, в общем, такие дела, там, пишите свои рецензии сюда тоже, блядь, вот, блядь, это, сука, блядь, когда параша, блядь, это, сука, PlayStation, блядь, это,
Блядь, сука. А почему я все-таки купил PlayStation, блядь, 3, да? Вот как только она вышла, я все, во-первых, все покупаю. У меня, блядь, два шлема нахуй. Сейчас второй идет уже, блядь, сука, 3 месяца. Сейчас дойдет, нахуй, наконец-то, сука. Причем 80p, нахуй. Блядь, 3D, блядь. Ну все, нахуй, MacBook Retina, ну все, что есть, блядь, там, сука, комп, блядь, я раньше обновлял, блядь, ну уже, блядь, не обновлял 3 месяца, сука, там, блядь, все, вообще корпус за 1000 баксов, там, блядь, 3 монитора, нахуй, блядь, все приставки, сука, все, блядь, ну, айфона только нет, а так все, блядь, всех версий есть, айподы, блядь, айпады, блядь, там, сука, там, блядь, там все иконами обвешено, там, блядь, все, блядь, GeForce, сука, 560, там, купил, блядь, потом еще 501, нахуй, потом они не сгорели, поменял на 500, блядь, 590, блядь, а 590 сгорел, сука, через полгода, блядь, я Radeon купил, нахуй, сука, блядь, я сейчас еще MacBook Retina купил, и все оказалось охуенней, блядь, это такой же объеб, сука, все это PlayStation, блядь, это, сука, вот, 6,9, вот, видите, вот это реально, это параша оценка. Так, ничего там не пишет, вот. Вот, ну, уже начинает писать. Так, в общем, это пиздец, блядь, это, блядь, ну, блядь, сука, так объебывать, в наглую врать, это, блядь, сука, а чё они, блядь, а чё они, блядь, там пиздили, там, когда там, да, надо было время, а как эти не ролики в 2005 году показали, сука, да, когда Xbox уже анонсирован, должен быть, блядь, вот эти... Блять, спререндерное говно, да, вот это захуячили, пиздили, что это реальная графика, да, и все были уверены, что это реальная, нахуй, графика, блять, сука, блять, так объебывать, блять, такое говно вышло, блять, когда, блять, тот же, нахуй, этот, блять, это эти гоночки, это вообще пиздец, когда там реальную графику видели, все просто охуели. Да, вообще, сука, блять, дальнобойщики, сука, и там графика лучше, нахуй. Блять, ну сука, блять, это столько объебов, ну сто, блять, они продолжают эту хуйню покупать, сука. Блять, а этот мув спиздили, такая хуйня, блять. Сука, этот мув, блять, сука, блять, этот тип, блять, сука. Блять, спиздили, типа, да, нахуй, да? Nintendo Wii U, чтобы, опять же, за патент не платить, захуячили вот эти лампочки. И такая хуйня, видите, какая-то сталая технология, блять, камера сраная, SD, блять. И фонарик, и ты, блядь, светишь, блядь, и надо, блядь, отходить на расстояние, блядь, точность вообще пиздит, невозможно играть, невозможно, я, блядь, Killzone поиграл, я охуел просто, блядь, через 5 минут, невозможно просто этим говном управлять, сука, и, блядь, даже на вшивом этом геймпаде, блядь, какой геймпад отвратный, блядь, это, блядь, такой отвратный, сука, блядь, эти он устарелый, сука, 20-летней давности, он такой же, как на PlayStation 1, сука, DualShock, только еще хуже, блядь, без моторчиков, блядь, и этими курками, которые сжать невозможно, блядь, и вот, блядь, из колску, блядь, сука, а все другие, нахуй, компании перерабатывают эти геймпады, постоянно, сука, там, блядь, фокус-группы проводят, все, а этим вообще похуй на все, сука, блядь, ну, думаю, говно сожрут, и все, блядь, и, блядь, это, блядь, они все, слава богу, Sony, блядь, приходит конец, и вот то, что я сейчас делаю, блядь, установку, да, кстати, тоже сделаю всем убытки, да, это я сделал, да, это последние гвозди, блядь, в крышку гроба, блядь, все, они, все в убытке, нахуй, это, блядь, Sony, блядь, постоянно пишут до сих пор, что сейчас все нормализуется, сейчас они продадут, нахуй, все, нахуй, что у них есть, блядь, сука, они там квартиру уже продали, нахуй, в Америке, все уже, блядь, как Мавроди, блядь, уже все, все на Луну уже, ракеты построили, чтобы съебываться оттуда, блядь, со всеми этими пропизженными кредитками, блядь, из Space Store своего, нахуй. Блядь, и как они, сука, блядь, а как, что они там наобещали, да, когда Xbox, блядь, 2.8, пиздец, наобещали, что там будет, пусть пиздили, что там 4 HDMI входа, блядь, 4, блядь, гигабитных входа, блядь, 4 Wi-Fi, нахуй, 4 портсигара, нахуй, импортных, блядь, сука, разрешение, блядь, пиздили, что там 256 HD потоков можно одновременно показывать, блядь, такой пиздеж, у меня Абдулуком, блядь, 100 потоков-то не тянет, сука, HD, блядь, все запиздились, блядь, ну, блядь, это... Блять, ну как можно верить, продолжать в эту хуйню, блядь, просто, блядь, себя не уважать, нахуй, блядь, это, блядь, вам в рожу плюют, а вы, блядь, вот, хорошо, что я вот вовремя провел, да, вот, медитацию, вот, видите, все нормально, все работает, вот, даже можно вот так, фух, блядь, ну это пиздец, да. Блять, сука. Это же, сука, это PlayStation, ненавижу, блять, и всю эту хрень, блять.
блядь, все приставки, как, ну все приставки, как, блядь, приставки, даже, блядь, Nintendo Wii на что-то может сгодиться там, нахуй, да, там, блядь, Wii, блядь. Ну, PlayStation, да, блядь, что, блядь, вторая, блядь, что третья, блядь, это... Ну как, блядь, тупыми такими быть слоёбами, блядь, и выходит Xbox, сука, нахуй, да, мощнее в 10 раз, сука, блядь, с графикой, как на Xbox 60, считайте, реально, блядь, да, только не в HD. И, блядь, и они продолжают покупать PlayStation 2, блядь, сука, с этой ссаной графикой, блядь, сука, размытой графикой PlayStation 1 и этими картами памяти, сука, на 8 мегабайт, блядь, которые, блядь, на 2 игры хватает, блядь. Сука, блядь, а как они пытались в России всех судить? Это они пытались, блядь, убивать пиратов, там, блядь, по делам, блядь, делам каким-то левым закрывать, там, везде, там, блядь. Видите, такого додуматься, они законов не знают, блядь, этих, блядь, этой страны. Пытались сажать пиратов за то, что те чипуют, нахуй, их PlayStation. Причем это по беспределу полному, да? По беспределу просто делали. Вы знаете, вот что там они писали, там, вот, блядь. Блять, это по статье сажали, да, блять, написание вредоносных программ для компьютера. То есть, представляете, сука, по их мнению, вот, блять, по нашему, блять, мнению, чип, блять, приставки PlayStation 2, он, блять, нарушает нормальную работу приставки, блять, поэтому их надо судить, блять, по статье, нахуй, сука, блять, написание вредоносных, блять, для компьютера, блять, PlayStation вообще не компьютер, они пытались объебать, сука, весь Европарламент, нахуй, захуять, продать, нахуй, сука, блядь, 100 экземпляров, нахуй, да, они с тиражом выпустили, сука, Linux Kit, блядь, для PlayStation 2, ну, где-то, блядь, меньше 100 человек купило, да, чисто, чтобы объебать Европарламент, нахуй, да, чтобы PlayStation 2, это компьютер, его надо, блядь, завозить, нахуй, по блядь, себестоимости, сука, без налогов, там, в общем, вообще пиздец, блядь, все объебать хотят, блядь, сука, как они с этот, блядь, Фукусиму взорвали, нахуй, пиздели, что радиации нет там, сука, никакой. Вот сейчас, блядь, даже нашим, блядь, радиологам заплатили, я сам слышал, блядь, сука, когда я все это сделал, я наблюдал, да, что они пиздили, вот, блядь, прям в эфире какой-то атомщик российский, охуенно крупный, пиздил. Вот да там нихуя нету, просто нормально, там просто там, блядь, ну там пар, там, блядь, это, сука, ну, блядь, ну да, там все там, блядь, ну там ничего не может быть, никакого утечки, потому что если была бы утечка, там бы тут же все эти благородные материалы, они были бы обнаружены, там, ну, блядь, это вообще что-то, зачем, блядь, и тут же вот он говорит, да, и тут же там взрывается, нахуй, этот реактор, нахуй, блядь, сука, блядь, в клочья, блядь, все это здание, сука, это дым идет, белый, блядь, его спрашивают, а что там? Этот взорвался, а чё, а я, да ничего, да я, не дома, да, бля, да ничего там, блядь, суеты, блядь, и они вот это пиздили, вот, да, как с PlayStation, и только через полгода, блядь, когда приехали, нахуй, на кол сажать, сука, блядь, там, вообще, сука, НАТО все, блядь, туда с проверкой, они там признали, что, сука, в первые, нахуй, часы после, блядь, минуты, что это, блядь, затопление этого, сука, что на них настал, у них все, нахуй, блядь, оплавилось и разъебалось, блядь, и они просто для вида туда водой плескали, нахуй, сука, чтоб пиздили там поменьше, хули там не делать ничего. Это пиздец, блядь, это... Блядь. Итак, вот, посмотрим, сколько-то набежало. Там, да, я там пока сейчас не медитировал, да, опять там колдовал. Там, оказывается, проблема была небольшая, у меня там не все чакры были открыты. Это бог и тяжелую воду свою обновил. Ну, сейчас это, сейчас все быстрее будет гораздо. Так, вот, Uncharted, это, ну, где-то, блядь, час прошло времени уже. Так. Аншабдуль, биборон. 1.8. Но это только начало, это еще не конец. Так. Uncharted, Дрейк Фортон. Так. Уже красный. Это вот только все чакры как открыл, уже нормально пошло. То там что-то замедленно было там. Блять. Гипноз плохо проходил. Блять! Сука, блять. Блять. Сука, блять. Блять, а. Блять. Чё? Они. Бля, нет. Какой-то глюк. Блять, я попутал. Блять, нет.
Блять, какой глюк, видите, глючный, сука, сайт, вообще пиздец, там не учитывается много голосов, вот, 5,6, да, я тоже испугался, что они обнулили там в ужасе, там, сани, бляди, там, все доллары последние продали, сука, достали по сюсекам, там, нахуй, тут же, блядь, чтобы там все это поудаляли, нет, все-таки еще свобода слова, нахуй, есть пока еще так, блядь, вот, 5,6, блядь, так, это, так, было это, Юра, там просто медленно начали шло, вот чакры, не все там открыты были, вот в 5,2, пиздец, блядь. Так, да, и... но будет еще меньше, красная будет, так, я уверен в этом. Ну вот пишут, и, блядь, пиздец, блядь. Так вот, что я забыл сказать-то, они как еще объебывали, да? Они еще пиздили, да, блядь, они не свои прайсы эти, Sony, блядь, да, еще когда PlayStation только вышла, да, не вышла, да, распечатывали, да, типа, и доказывали всем, что Xbox стоит дороже PlayStation, они, короче, блядь, твари что сделали, взяли там самую дешевую версию Xbox, да, и к ней прибавили все эти аксессуары, Wi-Fi, дополнительный джойстик беспроводной, второй, всю эту хуйню, блядь, кабели, и там почитали, там, и там и Xbox нахуй стоит у них там дороже. И тут сували все. Вы смотрите, Xbox дороже, PlayStation дешевая, нахуй. Причем можно было взять, сравнить там эту полную версию группы Xbox, она бы дешевле была, и там все это было, блин, да. Они взяли дешевые, туда накрутили все эти аксессуары, которые Microsoft, и говорят, вот, смотрите, как дешевая PlayStation. Блять, как вы, сука, так можно объебывать, да, блядь? Вот, а потом они еще что, пиздили, да? Когда Xbox вышел, они пиздили, там говно грабили. Графика, блядь, это, сука, там это, Microsoft вас обманывает, блядь, они пиздили, что Microsoft обманывает, потому что, блядь, настоящий HD может быть только, блядь, при наличии источника, блядь, то есть USB, только, блядь, при, блядь, мониторе, там, блядь, приставке, то есть, а тут, блядь, сука, вам пиздец, это не HD, блядь, такие подонки, там, спецификации, блядь, HD, это 720p, блядь, ну вы не в этом дело, блядь, самое главное, не пиздили, что 1080p, это только, блядь, на PlayStation 3, может быть, только на Xbox не может, блядь, говно. А первую игру, сука, выпустили на Xbox, блядь, с 1080p разрешения, блядь, это было, блядь, Sam Fisher, Double Agent, блядь, сука, или какая, блядь, или предыдущая, неважно. Ну, Sam Fisher, короче, это был 1080p, шо я сам играл на него, нахуй. По, блядь, сука, 1080p, а эти твари так нихуя не выпустили, блядь, это пи... А потом пиздили, новое поколение, блядь, сука, наступит только когда мы скажем это, только когда там все пиздёшь, Xbox наёб, блядь, вас наёбывают там, но это говно, блядь, ты слышишь, 100 раз быстрее будет, блядь, в 1000, блядь, там, только когда мы скажем новое поколение игр, блядь, только вот тогда, да, и, блядь, а вышло такое говно, они, блядь, даже и забыли про это, они так и не сказали, что новое поколение наступило, ничего. Чего вообще не предъявили, да? И потом какого-то хуй там бы отловили нахуй, блядь. Главное, спрашивают его там же, ну чё, когда там новое поколение, PlayStation там вышло через полгода? Там, а новое поколение уже началось с угрой нахуй, Гандам нахуй, блядь, солдатики, блядь. А, блядь. А эта Гандам Солдатик, она, блядь, 2 балла по Metacritic, она набрала, блядь, как, блядь, от этих продажных журналистов, так и самих Sony, блядь, типа новое поколение, блядь, такой графон, блядь, 2 кадра в секунду, блядь, это пиздец новое поколение, нахуй. Это, блядь, на то время там и 10 эксклюзив, сука, блядь, тогда Uncharted не было, по-моему, даже, блядь. Это, знаешь, как объебывают, блядь, ладно, что там, вот мы теперь видим, как она уменьшается в реальном времени. Блять, ну это у них там зависает, блять, сука, глюки какие-то, блять, юс, блять, так, сука, блять, так, ну это, блять, это глюки бывают там, блять, сука, там, блять, ну, сука, блять, в общем, блять, сука, ну вот видите, все уже, блять, 100 уже прибавил, блять, черт, 2, 5, а тут что, блять, так, 715, так. Блядь, тут тоже, сука. Ну, блядь, глюки, короче, какие-то, сука, блядь. В общем, блядь, ладно, сейчас подождем. Чем мы Шабдуль, поколдовать надо, блядь, Биборон, а Шабдуль. Шабдуль, блядь, сука. Блядь, может, это браузер, ебаный, это, сука, Safari этот, блядь, может, поэтому, блядь, может, там, блядь, все тяжелые вода, надо посмотреть, закончилось. Блядь, ну что за хуйня? Ладно, блядь, пойду проверю там тяжелую воду. Так, блядь.
Ну, в принципе, и так достаточно, но мало все-таки. Надо вообще по нулям. Так, блядь, сука, сука. Так, это, в общем, объеб на доллары, блядь, страшные, блядь. Это вообще, сука, народ объебывают, блядь, не дают мнение высказать. В общем, тут такое дело, да. Тут похоже, как бы, они в сговоре с Sony блядями, да. И там заплачены деньги, чтобы ниже оценка не понижалась, да. То есть, понимаете, как бы. То есть, только, блядь, где-то 1000 прошло этих самых моих так и контролируемых. А все остальные не засчитываются голоса. Это вот разоблачение всего этого метакритика, насколько вы сами можете сейчас это вот подтвердить. И он говорит, вот сейчас пойдите туда, да, и поставьте туда вот, ну, нуль. И увидите, что этот нуль, он не засчитается. Да? То есть, потому что есть еще другая версия. Люди, когда узнали, что я вхожу в контакты с ними телепатически, ими управляю, да, своими параспособностями, они это как бы начали себе такие... из проволоки на голову одевать такие клетки такие делать, да, на голову и в розетку включать 220, чтобы экранирование было, и как бы от этого защищать, потому что я точно знаю, что у меня контакт установлен более чем 6000 вот этих самых пациентов. Вот, я с ними сейчас разговариваю, да, они отзываются на команды вроде бы. Ну вот, ну ладно, пока так посмотрим. Ну, короче, это объеб, то есть не более 1000 в день, да? Тут, возможно, на всем сайте как бы лимит, да, вот такой, чтобы людям не давать высказать, да, допустим, игра выходит, все как бы срут на нее сразу, да, а потом перестают. Вот, и поставили лимит даже не 1000, меньше, чем 1000 там. Или лимит на минимальную оценку, видите, все, дальше нет. Вот и можете идти сами вот попробовать, оно не пройдет. В общем, такой объеб. Ну, ничего, будем думать. Возможно, это в день ограничения какое-то. Ну, печально, конечно. Что вот это вот. Чуть-чуть до красного не хватило. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуточку. Ну, мы еще будем. Ну, сейчас будем проверять на других играх. Там, Heavy Rain, блядь, там это. Heavy Rain, блядь, вот это, что там еще. Killzone. Вот на этом будем тестировать. Потому что тут их спасло единственное, что много очень цены, блядь, видели, сколько заплюсовало. То есть, получается, все, видите, все, объеб на доллары, блядь. Ну, зато рецензии можно писать, идите, пишите вот рецензии сюда. Там посмотрим, что там за рецензии. Вот, видите. Там есть рецензии сейчас. Посмотрим. Вот такие вот рецензии. Рецензии, блядь, вот по дате надо отфильтровать. Будаты. Не, ну, конечно, пиздец, блядь. Ну, ничего, блядь. Потом, блядь, мы... Ладно, неважно. Тут у